Добрый день, Папути Сагасия. Я сегодня среда. А вот такой вот уморительный закат. И похоже, что он закрыт тучами. И тучи будут разговаривать с нами на своем языке. Это мы решительно сегодня пошли на прогулку. Мы на пляже Саламандра. Ну, 24 июня. Парад в Москве, день ромашек. Может быть, еще какие-то другие праздники придут. Но дети купаются сегодня. Я спрашивала, сказали, вода очень комфортная. Вода комфортная. Бесится. И сказали, сегодня очень хорошо. Вчера еще было прохладно. Но всегда перед дождем температура немножечко повышается воды. Ну, посмотрите, если то, в принципе... В принципе, более-менее чистая, более-менее вода. Огорожен детский пляж. Прогулочная яхта. Такое солнце прям. Глаза, вы посмотрите, куда туча наблюдает за нами. Вы посмотрите справа, самый глаз, обалдеть, прищуренный один глаз, а другой открыт, как будто бы. Вы только посмотрите, обалдеть, вот это я нашла. Смотрите, да, видите, люди, вот. Право, как я держу, это самое, как глаз, а другой как прищуренный. Какой сегодня день? Туча прищурилась, сказала, ну что вам, устроить Ялту или поберечь? Побереги нас, туча, тучечка, тучашка. А здесь как змея тоже какая-то. А? Вы видите? Вы видите? Эти говорящие рисунки. И вот второй глаз открылся. Ну-ка, посмотрите. Вот это да. Вот такой сегодня вечерок, други мои.